На свое место встал последний пролет нового моста через Ерек-Гнилой, важная часть третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. За ходом работ наблюдал глава региона Андрей Бочаров. Губернатор подчеркнул, реализация проекта транспортного коридора «Север-Юг», в который входит и третий пусковой комплекс, задача стратегического назначения. Волгоградская область является опорным регионом в системе реализации крупнейшего транспортно-логистического международного проекта «Север-Юг». И поэтому реализация таких проектов, как обход города Волгограда, завершение строительства мостового перехода через Волгу, расшивка проблемных вопросов на инфраструктуре Волгоградской области, развитие самой транспортной инфраструктуры является очень важной составляющей. Мост через Ерек-Гнилой состоит из двух ниток. На левом направлении уже завершено армирование плиты проезжей части. На правом надвинут последний пролет. В целом на объекте завершается устройство фундаментов, ведется сборка барьерного ограждения, линии наружного освещения, шумоизоляционных экранов. Для защиты Ерека и поймы от стоков предусмотрены локальные очистные сооружения и ливневая канализация. Мостовой переход через Ерек-Гнилой такой сложный был проект со всех сторон. Да, и, естественно, реализация этого проекта и сегодняшняя надвижка моста является таким завершающим этапом, который позволит в ближайшее время уже пустить движение по первому этапу третьего пускового комплекса. Напомним, возведение третьего пускового комплекса, общая протяженность которого составляет 14 километров, разбито на несколько этапов. Первый этап в 4,5 километра включает два моста и транспортную развязку. Протяженность второго уже 9,7 километров. Здесь предстоит построить 6 мостов и 10 водопропускных труб. А уже этой весной стартует разработка проектно-сметной документации для строительства второй линии моста через Волгу. Все работы у нас идут в плановом порядке на сегодняшний день. Те планы, которые мы для себя определили, они все выполняются. И очень важно в 2024 году завершить полностью, издать в эксплуатацию первую часть третьего пускового комплекса. Глава региона также добавил, что в этом году в рамках обновления дорожной инфраструктуры в Волгоградской области будут развернуты работы на 450 километрах автодорог и мостовых переходов. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.